Ну что ж, всем снова здрасте, доброе утро, добрый день. Новый день на канале, на ваших экранах. Опять вещаю я, наш канал. Наступил новый день, как вы поняли. Иду на работу опять снова. Вот хорошая погода, оделся потеплее, но сегодня, видимо, будет жарко. Говорил вам о том, что Ева с соплями, а в итоге получилось, что я уже с соплями. Что говорится, сижу возле открытого, приоткрытого окна на работе, где-то просквозило. Ну, не суть, ладно, она. Начнем с хороших вестей, что вода все-таки нормализовалась в доме и уже не такая желтая. Поэтому жить можно. Вот, Алена сегодня выходная, отвезет Еву в сад. Кстати, на днях обсуждали с Аленой такой вот вопрос. Скажите, что вы думаете на этот счет? В общем, говорит, что ты приехал в Европу, ты должен быть толерантным. То есть Европа — это не Беларусь, Россия, там Украина. Хорошо. Говорю, в чем я должен быть толерантным? Любить как бы голубцов этих всяких, ЛГБТ, шествия уважать. Ну, как бы мне все равно, с одной стороны, но как бы я не за то, чтобы они тут ходили, свои парады устраивали, как бы меня это напрягает. В чем я должен быть толерантным? Я, допустим, не расист. Нормально отношусь к темнокожим. Единственное, может быть, не знаю, цыган все-таки я недолюбливаю. Вот, и как бы, если я приехал в Европу, я должен быть толерантным, то я как бы приехал в Европу, я должен здесь следовать демократии. А демократия — это свободно высказывать свои мысли. Вот. И получается, здесь как бы противоречия идут какие-то. Что вы думаете на этот повод? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Кстати, на днях президент Дуда подписал закон, и проект закона, еще не знаю, может, он не принят, что однополые браки не могут усыновлять детей. Я думаю, это вполне правильно, потому что незачем эксперименты ставить на детях. Хотите вы быть там лесбиянками либо пидорасами, ну так, пожалуйста, зачем детей трогать? В общем, такая щепетильная тема с самого утра. Напишите комментарий, что вы об этом думаете. Мне будет даже очень интересно. Конечно, может быть, кто-нибудь выльет бочку негатива в мой адрес, но я свою мысль высказал. Выскажите вы свою. В итоге с Аленой спорили, а на следующий день она приходит и говорит: фу, какой-то голубчик пришел ко мне в МАК. Фу, такая мерзость, ведет себя. И тот человек, который мне о толерантности говорил днем ранее. С другой стороны, вот поляки же националисты, их же никто за это не ругает. Вернее, может быть, кто-нибудь ругает, но на самом деле, как бы, это их решение. Помойте, тут какой-то митинг, может, Шасковский выступает, пойду посмотрю сейчас. Waszej przyszłości. A dzisiaj podchodźcie do nas tutaj, możecie się pisać do księgi. Mamy dość, słowo do Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy Was serdecznie. Bardzo! I na pewno, drodzy Państwo, zbudujemy również taki kraj, gdzie żołnierz nie musi trzymać parasola nad jakimś aparatem. W общем, включаю запись его обращения. В общем, горячая политическая пора, не только в Беларуси. Кстати, в Беларуси через месяц уже. Непредсказуемая ситуация, как там что будет, конечно. Но это отдельная тема. Может быть, отдельно запишу видео, поговорю на эту тему. Вот. А в Польше, если не ошибаюсь, то на этих выходных уже второй тур. Так что посмотрим, кто станет президентом. Ну и опять же, возвращаясь к теме, да, вот утренней, что я поднял. Ну, как бы, помимо вот этих всяких бед, есть национализм, фашизм до сих пор процветает в Европе где-то. Расизм, ксенофобия, я не знаю. О каком толерантном мнении может идти речь? Но с другой стороны, ну как бы, люди, я за естественное, как-то, институт семьи. В общем, ладно, все, отправляюсь домой. Как думаете, кто победит в этих выборах?
Я ставлю все-таки на Дуду, что Дуда останется президентом.